В Калиновский храм усыновения главы Иоанна Предтечи Марина Рахматуллина приехала из Видного. Сегодня на службе женщина вместе с детьми. Для семьи это место знаковое. Двоих младших сыновей крестил служитель этой церкви отец Александр. Мы сюда приехали с большим удовольствием, специально на праздник, и хотели именно его разделить именно с прихожанами, потому что здесь такой приход, как сказать, ну, уместно, нет слова энергетика, да, то есть она тут благодатная. У батюшки здесь отец Александр очень хороший, добрый, ко всем относится с пониманием, с душой. Иногда прощает грехи, даже не сказал иногда, а всем прощает грехи. Помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека любит. В храме особенно торжественно. Священнослужители вместе с прихожанами отмечают малый престольный праздник Рождество Иоанна Предтечи. Будучи рожденным у престарелых родителей, святому суждено было предсказать появление на свет Иисуса Христа, а впоследствии и крестить его. Такое внутреннее торжество, оно как-то окрыляет, особенно когда служба заканчивается, начинают звонить в колокола, и этот колокольный звон, он просто переполняет счастьем, и сразу как-то настраиваешься на позитив, охота что-то пойти еще сделать. Подобно тому, как у бесплодных родителей появился святой Иоанн Креститель, так и православные верующие приходят в Калиновский храм за чудом рождения ребенка. Здесь находится икона и частичка мощей преподобного Давида Гориджийского, молитва которому помогает в зачатии. Икона преподобного Давида Гориджийского, которую я привез из Грузии. По молитвам преподобного Давида Гориджийского Господь дает ребенка тем семьям, которые долгое время никак не могут забеременеть, зачать или просто выносить. И вот люди приезжают в наш храм, обязательно исповедуются, причащаются. И Господь совершает такое чудо. Рождаются только мальчики. Ну, а люди уже в благодарность называют этих мальчиков либо Давидами, либо Александрами. Завершилась праздничная служба причастием и крестным ходом. Десятки верующих исповедались и были помазаны. Отец Александр благословил и окропил людей святой водой. Господу помолимся, рецемси! Господи, помилуй! Праздника! Господи, помилуй! Господи! Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.